Всем доброе утро. Я сейчас в пробке стояла минут 15. Здесь такие люди, которые, в общем, которые не умеют ездить по нашим улицам, скажем так. Здесь все узко, вверх, повороты. Не каждый сможет съехать, боится. И вот я уже не однажды вот там, кстати, стояла в пробке, потому что там вот такой поворот. И резко вверх. И машина одна. Еще паркуется плохо. Паркуются какие-нибудь машины, и там вообще проедешь тютелька в тютельку. И вот один, видимо, застрял. И водитель, который здесь живет, сел за руль этой машины, которая не умеет ехать там. И вывел его, где уже легче. В общем, потом мы еще минут 15 стояли, пока вернется шофер. В общем, кадры. Вот. Но я всегда приезжаю раньше на работу, поэтому у меня есть 5 минут пройти здесь по улице. Нет. Чтобы Чарли свои дела сделал. Вот так. Такие вот у нас дела с утра, представляете? Зачем ехать, если не видишь? Видно же, что это все наверх, что в Испании улочки все такие, особенно в старых городах, очень узкие. Они не были сделаны для машин, не были сделаны для лошадей. Узкие, но высокие. Вот, например, вот здесь, да? Здесь проедет машина, но знают, потому что я видела, ездят. Но это не проезжая часть. Здесь ездят кому, кто хочет и кто может. Что вот такие вот у нас тут пироги, в пробочке стоим. И главное, что из этой пробочки, видите, какие улицы, вот так, например, вот такие же они у нас улицы, так вот ехать. Еще вот эти пороги стоят, то... Ну, я, знаете, с первого раза как бы поехала, нормально доехала. Главное чувствовать машину, чтобы она, знаете, не это. Потому что если вы станете... Ну, в общем, что я буду объяснять? Глохнет. Глохнет машина, когда и фиг выйдешь. Я один раз, представляете, видела... У нас там прям вот такой склон, и машина едет. И один иностранец ехал, машина у него заглохла. Ну, когда скорость, как это, по-испански объяснила бы, по-русски нет. И, в общем, он не мог выехать с этого склона. Ой, уже 10, блин, мне на работу надо идти. Пойду обратно. В общем, он не мог никак заехать на эту гору. Он оглохла машина, и он назад. И никак не мог забраться на нее. Я говорю, ну если не можешь, ну там дальше же еще хуже. Ну зачем едешь? Нет, нет. И все, больше тут нет другой дороги. Только лишь вперед, вперед. Вдруг меня уже кто-то хочет. А я тут хожу гуляю. Пунктуальная какая. Посмотрю, кто тут меня хочет. А нет, это девчонки. Девчонки все поздравляют с Святым Валентином. Кто меня подписан в Инстаграм, уже видел мой подарочек. А кто не подписан, подписывайтесь. Но вы тоже увидите чуть попозже, когда приду домой. И покажу такой подарок офигенный. Я даже, знаете, не ожидала. Кстати, я вот так сегодня одета. Ой. Такие у меня ботиночки. Конфетки бара. Я знаю, что многим нравится смотреть, как одеты блогеры. Что там греха таить, я сама люблю посмотреть, что как одет. Ты моя жилетка меховая. Ты моя жилеточка. Ой, немножко помялся. Это не кожаные брюки, это резиновые, я их называю. Но они не совсем резиновые такие, но тянутся. Это как ткань с резиной, что ли. В общем, вот такая. Сегодня красоточка. А я такая. О, ну что, даже фокус обалдел от меня. Даже фокус растерялся. Что делать от такой красоты? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Да, кстати, я очень себя люблю. Очень. Кто меня знает, все об этом знают. Что тут у меня такое? Это я, а еще я люблю поспать на морде. И вот они все в складке остались. Да. Поэтому мне ресницы накладные никуда не идут, они у меня будут все вот так в куче. Это очень вредно спать на морде, но иначе я не усну. На работе так ноги замерзли, вообще мерзлячка, я там еще обувь меняю.
И думаю, пойду на пляж, погрею, заодно похожу. Вот, и Чарли дела делает. Вот, говорю, поеду на пляж, разомнусь, но Чарли погуляет, так как у меня еда все равно приготовлена. Только останется разогреть. Ну, лапша китайская, она заваривается 5 минут, поэтому быстренько. Хочу заехать в Лидл еще. Ветер холодный. Его он не сильно, но прям когда дует, холодно. Я мерзлячка. И в Лидл там тюльпаны привезут. Сегодня же день влюбленных, привезут тюльпаны. 7 штук, евро 99. Не знаю, если мне, конечно, достанутся они. Там много всяких букетов привезут. Хотя, знаете, испанцы, они не дарят цветы. Вообще у них не принято дарить какие-то цветы там женщинам. Ну вот не как в России, я вспоминаю, что на каждый праздник, да и без повода, без праздника мужчины дарят цветы женщинам. Здесь нет, это не так. Здесь женщинам не дарят цветы. Не знаю, ну вот может быть на день влюбленных и кто-то дарит, раз привозят в магазины, правильно? Есть цветочные магазины, все есть, но там дарят, там продают обычно цветы в горшках. А такие, чтобы букеты, это если только в крупных городах, у нас нет букета, чтобы там красивые. Ну, бывает, но очень редко. Букеты в основном, знаете, когда продают, когда день мертвых, это вот на Хэллоуин продают. Ну, Хэллоуин, он как раз совпадает с днем вот мертвых, по-моему, он называется, когда все навещают и идут на кладбище. Тогда цветы, букеты покупают. А так очень редко. Вообще испанцы не привыкшие дарить какие-то цветы. А мне муж, знаете, всегда дарил. Ну, я и то дарил как? Я возмущалась. Как это так? Ты мне цветы не даришь. Так вот, первые цветы, которые мне подарил, были в горшке. То ли петрушка, то ли еще что-то. Ой, не могу. Он говорит, ну а что, зачем, говорит, дарить что то, что вообще постоит и выбросишь, да? Это уж хотя бы ты попользуешься. Ну, что-то с травы такое. Вот, а так не привыкшие. Может, все это из-за того, что, ну, феминизм, и там равноправие, все дела. Вот, ну, не знаю, с чем это связано. У нас девчонки многие там, типа, возмущаются. Как-то им мужья не дарят цветы. Я к цветам равнодушна. Хотя мой подарок я вам покажу. Он обалденный, я даже вообще не ожидала. От мужа вообще, он вообще как бы, ну, не парится насчет подарка, каких-то сюрпризов какие-то, знаете. Это я любительница купить, что-нибудь подарить. Тем более, если я на день рождения хочу что-то подарить, я не жду дня рождения. Если я купил за 2 дня день рождения, то я и купила. Кстати, подарок мужу я тоже вчера ночью раскрыла. Что тут, зачем стоять, ждать? Терпения не хватит. И вот, чтобы подарки, не знаю. Ну, нет, конечно, приятно, что там говорить. Всем нам нравится подарки получать. Вот. В общем, поеду в Лидл, посмотрю, есть ли тюльпаны. Хочу тюльпаны, хочу весну в доме. Может быть, скатерть уберу новогоднюю, которую у меня. Вообще хочу, знаете, что в моих планах шторки сменить. Какие-нибудь классненькие купить и скатерть. Ну, а это в планах есть. Если я вдруг увижу какие-нибудь красивые шторы и, ну, красивые, но не как в России, знаете, с этими с рюшами всякими, нет, такие красивые, но простые, как бы сказать. Простенько, но со вкусом. Так что ветер с моря дует прохладно. В общем, есть такие планы. Если увижу, то куплю себе. Но так как куда не хожу, то где? Ну, вдруг. И вот хочу на стол поставить букет с тюльпанами, чтобы они у меня там стояли, потому что на столе что-то чего-то не хватает. Пока сейчас мы сейчас прогуляемся, хотя люди на пляже есть, сидят все. Здесь все прям видно. Морем, морем. Есть такой запах? Слабый-слабый, но не ярко выраженный. И ветер прям ледяной. Ветер с моря дул, нагонял беду, и сказал ты мне, и сказал ты мне.
больше не приду. Там люди загорают, офигеть. Смотрите. О, блин, дает. Офигеть. А я тут иду чуть ли не в шубе. Охренеть. И мне холодно, представляете? Иду чуть ли не в шубе, и мне холодно. Ну, блин, ну, не знаю, у нас тепло, конечно, но не так, чтобы загорать. Ой, вообще. На-на-на-най. Вот наша гора. Ладно, едем в Лидл. А, у меня еще кончился кофейный напиток, который я пью на утро, с утра. И завтракать нечем. И еще что-то я хотела, но это уже забыла. Память-то девичья. Не 18 лет уже. Даже не 20, а 25. Так что забываю. Смотрите, сколько разной красоты продается. Вот эта штука стоит евро 90, рубль 99. Она, кстати, настоящая. Не, вообще недорого, да? Тут вот разный фикус. Такой у меня фикус был, когда я свой купила. Вот типа бамбуковый. Потом он меня весь облез. Видите, всякие розочки. Но я вот хочу вот эти тюльпанчики. Тюльпанчики. Возьму одни вот такие желтые. Желтые тюльпаны. Такие. И такие какие. Вот это, наверное, эти розы продаются. В общем, лето кончилось. Эти как бы они не желтые совсем, да? В общем, буду выбирать. Или какие красные вот такие. Даже не знаю. Хочу две взять. 7,14 будет. 14 нехорошо. А 7 мало. Пускай будет 14. Одну поставлю отдельно, да? В общем, беру эти. И желтые. Или красные. Желтые. У меня же... Нет, желтые будут сливаться. У меня же стены желтые. Желтые тюльпаны. Вот эти красивые. Вот эти возьму. И вот эти. Вот. Красиво. Ну, куда ты спали? Они там в воде стоят. В общем, одной рукой не очень удобно. Пойду дальше спать. Вот такой букетик. Прикольно. Конфетки разные, бараночки. Ой, а там орхидеи. Смотрите, какие орхидеи красивые тоже. Орхидеи. Вот они красивые, но я их не очень люблю. Смотрите. Орхидеи по 10 евро. А вот эти вот красота. Это стоит 7 евро. Я бы не сказала, что дорого, правда? Ну, красиво, красиво. А, есть еще орхидеи по 9 евро. Есть по 10. Вот эти. А эти по 9. У меня Таня моя убивается по орхидеям. Но у нее идет эта работа, а у меня нет. Мне они не нравятся. Не нравятся они мне. Ладно. Пойду за кофейным напитком. Клубнику что-то я уже объелась, наелась. Уже не хочу. Ой, так хлебом вкусно пахнет. Смотрите, помните, я раньше всегда говорила, что нас никогда не привозят для блинов сковородки. Как только я купила, ее привезли. 10 евро сковородка Тефаль. Не, ну это вообще какое-то предательство. И вообще, это что? Это вообще так не делаются дела. Когда я искала, не было. Как только я купила, все, вот они. Сковородки разные. Вот такой у меня сегодня азиатский обед. И салат из водорослей и макароны а-ля китайские. Всем приятного аппетита. Сейчас пойду белье сниму. Я вчера его... Ой, у меня свет везде горит. Вчера повесила. Сейчас надо снять, не забудьте. А то два дня уже будет висеть что-то не то. И хочу вам свою красоту показать. Смотрите, что мне подарил муж вчера. Та-дам! А это специально, наверное, что ли? Или что это? Дырка какая. В общем, вот такая красота. Роза под куполом. Я очень часто видела ее у разных блогеров. Но сама даже, как говорится, не могла и мечтать.
Блин, как пахнет вот это. Это вообще можно ошалеть. Боже, я в следующем году куплю таких, не знаю, на весь дом. Смотрите, он распустился вот этот везде. Такая красота, да? У меня вот вообще такая красота. И будет стоять она здесь, говорит, вечно. Как муж смеется, говорит, это мумия из розы. Это мумия из розы. Будет. И там еще была туалетная вода в этом куполе. Вот такие. Вот такая туалетная вода, которая мне тоже очень понравилась, кстати. Очень хорошо пахнет. И я вообще, если честно, офигела и обалдела. У меня муж такой, знаете, он не дарит никогда такие вещи. Я когда увидела, я даже не поверила. Я лежала на диване, где-то было около 11. Я говорю, открывай, что там. Но думала, какая-нибудь фигня, знаете, как всегда. Вот. И потом такой, я говорю, ну что это, открывай. Он, ну ты открывай. Я говорю, ну а что там? Типа розы под куполом. Я говорю, да ладно. Вскочила, открыла. В общем, я этого даже не ожидала. Такого, представляете, когда увидела, чуть не офигела. В общем, она такая красивая. Смотрите, какая красивая. Такая милота и большая вообще, миляшная такая, правда? Самое интересное, что я этого не ожидала, поэтому как бы мои тюльпаны, желтые тюльпаны, классные, да, суперские. Но у меня тут заряжательные устройства и новогодняя скатерть. Красная, нарядная, что? Смотрите, какие тюльпанчики. Так, я, значит, небо... Ой, блин, как бы не мандыкнули. Смотрите, эти тоже цветут. Видите? Вот бутончики. Вот бутончики. Вот бутончики. Представляете? Он был много бутончиков, но потом какие-то мошки завелись на ней. Я уже рассказывала на этих цветах. И я их побрызгала специальным таким средством от мошек. Ну и, естественно, все цветы... Ну, не все... А многие цветы, вот эти бутончики, они загнулись, кроме вот этого. Может быть, здесь в тепле оно быстрее расцветет. Вот. Это у нас тут от кашля. У нас тут медицина вот в этих ящиках. Здесь, в общем, не влазит от кашля. От кашля мы его не пьем, в общем, стоит. И вот я... Протереть надо. Вот отсюда, наконец-то, убрала этот рождественский цветок и решила поставить сюда вот этот. Он, конечно, хиленький, как с тех пор, как я его пересадила. Но вот видите, вот этот листик новый вырос. Он сразу видно, блестящий такой. Вот этот новый. В общем, там еще будет расти, вырастет. И я сюда вообще пальму хочу. Робот тут не мешается под ногами. Но мне кажется, так тоже нормально. А сюда, чтобы не пусто было, вот этот поставлю. Тем более, он скоро разоцветет. В общем, мне кажется, будет нормальный натюрморт такой. Цветочками, да? Ну, роза моя. Что вы думаете о моей розе? Красавица же ведь, правда? Кстати, фиалка вот эта, по-моему, сдохла. Которую, помните, я хвалила и говорила, что она обалденно как вырастет. И то, после того, как я убрала вот этот вот лист, знаете какой? Сейчас принесу, покажу. Вот видите, у той был тоже вот такой как бы как материнский лист, что ли, да? Вот откуда они все... росли. Мне он что-то не понравился, и я думала, что он не нужен, и просто его там взяла и отрезала. И он у меня и сдох, как говорится. А этот, который я сетовала и говорила, что он хиленький, он растет. Я думаю, что это из вот этого, из-за материнской вот этой вот, ну, как сказать, листика. Иначе я не вижу никакого объяснения, почему он отдал концы. Не понимаю. Хотя был намного лучше и рос намного больше вот этого. Ну, тут все видно, что уже печалька. Не надо печалиться, но зато у меня есть тюльпаны. Желтые тюльпаны. Ладно, идем за бельем и гулять с Чарли. Иначе никуда не пойду. Эта фиалка растет, но почему-то не цветет. Не знаю, может быть, не время ей цвести или как. Когда вообще фиалки расцветают-то, я что-то не пойму. В общем, не знаю. Ну, красавица. Ну, красавица. Ну, напишите, скажите, красавица или как? Не красавица, да. А эти вообще, это вообще что-то с чем-то. Это вообще такая красота.
так еще и пахнет. Ну, вообще, я даже не знала, что они такие шикарные. Ширкардосики. В общем, вот так вот у меня. В общем, мне уже принесли подарок. Сейчас будем раскрывать, скажем так. ¿Quieres que te pille la cara o no? Pilla el regalo. ¿Para qué quieres la cara? ¿Qué tienes que hacer? Pero es mañana, pero bueno. Queda media hora. Joder. Oh, qué bonito, qué bonito. No tiras de ella, rompe. Pero, eso, rompo esto. Eso es lo que de que estaba hablando ayer, entonces ya la tenía ella. No. Anda. ¿No? Estaba palabrado, pero yo no sabía que valía tanto. Yo pensaba que valía tanto. Yo, de vale. Repente, ¿no? Digo, valdrá 20, 25 euros. Pero el precio. Oh. Y un perfume que lleva al lado. ¿Así? ¿Mm? Ese es el perfume. Mmm, qué bien huele. ¿Es natural? Sí. Papá. Cércala. ¿A dónde vamos a ponerla? Cércala. Con perfume y todo. Pero el perfume no es para la flor, es para ti. Y hay que buscar sitio. Está muy chulo. ¿Qué a gusta? Ver, mucho. Смотрите, какая красота. Espérate, mañana con la luz. Смотрите, какое безобразие. Хорошие огурцы. На помойке. Представляете? Маленькие. Смотрите, сколько их. Бедность и нищета, людям жрать нечего. Вообще ненавижу, когда еду выбрасывают. Там впереди идет русская девочка. Мы знаем, и она, и я, что мы русские. Но здороваемся мы по-испански. Я как-то с ней однажды разговаривала, даже мы когда с Чарли гуляли. И что-то заговорили, не помню. Ну, а собака, как всегда. И, в общем, мы знаем, что мы русские. Ну, по крайней мере, она русскоговорящая. Я не знаю, может, украинка или еще какая. В общем, не знаю. А здороваемся с ней всегда по-испански. Смешно. Как-то неудобно, знаете, здороваться с ней по-русски. Не знаю. Вот идем с Чарли. А еще у меня, знаете, что сегодня приключилось? Почему видео вышло так поздно? В общем, я, как всегда, на ночь ставлю его обрабатываться. Если видео чуть, как говорится, длиннее 15 минут, то она обрабатывается дольше. Но я на ночь включаю обработку и ухожу спать. А днем уже загружаю и дорабатываю. Не днем, а утром, когда встаю. Но, видимо, компьютер у меня ночью решил перезагрузиться. И все повыключал нафиг и перезагрузился. Естественно, видео не обработалось. Ой, блин, она обратно уже возвращается. В общем, вот такие дела, представляете? Ну, не две собаки, но они не обидные. Так что вот такие вот дела. Ветер прям ледяной. Сегодня так холодно, ведь, как видите, пасмурно. И я когда утром встала, гляжу, ну, как всегда, думаю, сейчас быстренько загружу, там доработаю. Ага, фигушки. Все выключено. Только вот экран светится, и все, зашибись. То есть сам он взял, перезагрузился там. И все. И пришлось заново все делать, чтобы обработка прошла и после работы уже загрузила. То есть загружается там быстро, обработка, конечно, подольше. Салат. Ты что делаешь? С ума что ли сошел? Там грязно, а он трется прям. Дурак, что ли? Хотел как вот по траве, он елозит, и там хотел вообще. Вот, пожалуйста, отвернись куда-нибудь, вымажется весь вонючий этой
ботве. Там помидорная ботва, она так воняет прям, фу. Ну ты свинья, оказывается. Ну вообще, вообще дурачок. Чарли, ты дурачок? Ты зачем это там хотел тереться-то? Ты, наверное, в душ захотел? Мамадуча? Оге! Оге! Мама Ладуча! А Ладуча! Кино Мамадуча! Кэси! Он уже, наверное, забыл, что такое душ. Надо ему напомнить. У нас тут какие-то... Что-то тут стоит такое непонятное. Что это? Это грелочки такие. Это украшения какие-то. Симпатичные. Там куклы. Привет, Чарли мой весь в шоке, непонятно. Народу много. Тут, смотрите, что-то ручная работа, наверное. Всякие штучки интересные. Бижутерию люблю. Интересно. Народу что-то сегодня столько много. Даже странно. Ой, а тут вот что-то какие-то платья. Смотрите. И тут что-то вот висит. В общем, что не день, то праздник. Идем домой. Погуляли. Готовлю щи. В общем, знаете, когда кидаешь мясо в горящую, кипящую воду, горящую вообще, то никакой пены не образуется. Вот, посмотрите, видите? Здесь сделала зажарочку, и сразу в нее добавляю все специи, которые я хочу добавить в мои щи. Ну, здесь петрушка сухая, лавровый лист и моя вот такая вот приправа. Я ее везде сую, армянская. Да, я запекала тоже. Было вкусно. Так что жду сейчас, пока сварится мясо, нарежу капусточку. Зажарочка, самое главное, зажарочка. А, и картошку надо почистить. Картошку всегда кладу целую в щи и потом просто в коржике ее помну вот так вот вилкой. Мне так бабушка научила. И так более наваристые щи. А резаная картошка вся мне вообще не нравится. Мне нравится, чтобы она была такая, знаете, кусочки такие были, вот как от мятой картошки. Вот такая вкуснятина. Попробуйте. Совсем вкус другой. Так что вот такие у нас дела. Добавлю немного огонь. Так что смотрите, вообще пены. Я не снимала ничего. Я просто закинула мясо в это, в кипящую воду. И все. Вот оно. Видите, у меня там кости. Да, видите. Видите, не видите. Такие кости хорошие, с мясом прям. И вот вообще от них пены нет. Ну, пена это же как-то белок, по-моему, когда выделяется и становится такими ошметками. А когда закидываешь в кипящую воду, мясо вот так вот как закупоривается, и уже никакие соки из него не вытекают. Какая я умная, офигеть, правда? Что делает интернет? Ой, не могу. Ну, блин, одной рукой не подниму. Сковородку-то вот эту вот помыть. Она с водой. Я ее поставила набухать от макарон. Знаете, сковородка новая, но все к ней прилипает. Как-то странно. И не из дешевых, я бы сказала. Если бы, ладно, там она какая-то китайская была или еще что-то. Ну, в общем, неудачная какая-то сковородка большая. Ну, в принципе, я большой очень редко пользуюсь. Потому что нам на двоих куда такая здоровая. Но иногда вот приходится, и видите, она уже к ней прилипает. Ладно, буду доделать и купаться. У меня сегодня банный день. Масочки, херасочки, все такое. Капуста нарезана, картошка почищена. Почищена от... я их в воду, чтобы она не черная не стала. И одну я забросила с мясом, чтобы она такая разварилась и была вкусная. Вообще, говорят, щи собирают. У меня всегда бабушка говорила, пойду щи собирать. В принципе, оно и правильно. Вот я тут разложила вот все, да. Потом, когда мясо сварится, я просто пойду все это собирать как пазлы. Сначала капусточку с картошечкой, ну а потом зажарочка и укропчик сверху. Ну это уже завтра. Да еще у меня же есть сметанка кислая. Блин, ну это вообще. У меня будет завтра праздник желудка.
Ничего плохого в щах не вижу, если только зажарка. Зажарка буквально 2-3 столовые ложки масла оливкового, мне кажется, вреда совершенно никакого не принесут вашему организму. А только, как говорится, пользу. У нас сейчас похолодало, в общем-то, зима, капуста это же и овощи. Картошка тоже овощи, тем более там две вот такие, вот ничего страшного не сделают. В общем, вкусная и полезная еда, мне так кажется. Если вам кажется по-другому, то наши мнения не совпадают. Я пошла купаться, пока у меня мясо варится. Да ты же моя лапа, ты же моя мня-муня, ты же меня подвела, ты же меня молодого с ума разом успел. Кстати, я коврик постирала, ему ничего не стало. Мои тюльпаны, желтые тюльпаны. Я вот, это было на коробке с моей розой, которая стоит там. И я ленточку просто, у меня рука не поднялась выбросить, я повесила так, ой, повесила, ну, завязала на вот таких тюльпанах. Классно вообще. Весна. Пойду обогреватель включу. Вот такая красивая. Буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. И пишите, как отметили День Валентина. Потому что мы вот так отметили. То есть никак, но зато подарочки получили. Так что всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока и до завтра!